точно, для любого вида гармоник очень свойственно исполнять песенный репертуар. Вообще песня и гармоника, мне кажется, неотделимы. И в программе наш, в репертуаре наших гостей тоже очень много песенных произведений, обработок известных, старых, новых песен разных авторов, российских, зарубежных. И сейчас, вы уже, наверное, поняли это, да, по той музыке, которая прозвучала, и сейчас впереди еще целый блок такого рода произведений, которые представляют собой обработки и фантазии на темы известных песен. Продолжает программу произведения композитора Василия Соловьева-Седова «Сегодня вечером». Я два слова еще добавлю по поводу этого произведения. В 2008 году было столетие Василия Павловича Соловьева-Седова, и был объявлен всесоюзный конкурс на лучшее исполнение, на лучшую аранжировку его произведений. Вот среди участников, более чем 400 участников, причем это было очень необычное, в общем-то, для России необычный конкурс, он был по видеокассетам. То есть надо было написать произведение, записать его и отослать комиссии. И комиссия решала уже, кто будет победить. Вот среди, мы получили второе место среди всех участников. На первом месте был ансамбль Бабкины. Ну, с вокалистами, как понимаете, нам трудно соперничать. А среди инструменталистов мы заняли первое место. И мы два произведения сделали. Одно из произведений, вот это сейчас мы сыграем. Thank you.